Такое зрелище надо здесь снять. На самолете по дороге ехать. Все, приехал, блядь. Алло, алло. Да, да. Я тут уже разбирался там с компьютером. Че говоришь? С компьютером разбирался. Прикинь, там танки нахер на миссию подъехали. Ну там бетеры 90, короче, пиздец просто. Меня разъебали и Димона, Костяна разъебали, ну. Жесть, блядь. Костя, ты до сих пор хочешь здесь остаться? Я еще до сих пор в ахуе. Не, вот там Пантери в шапке момент такой вариант был. Лучше, блядь, появиться. Да хуй его знает. А где самолеты есть, чтобы уронить на них? Да. Гуглова? Попробуй найти какой-нибудь самолетик и прям приземлиться. Я, блин, нашел, но он, блин, в землю уперся и врагами, и, блин, ни в какую. Бля, я где-то видел, блядь, около Старого Собора, что ли, был, в сторону Вышного, если идти. Белый там был. Ну, в Нового Собора, да, там. Я вот на нем на трейдзону прилетел. Приехал. Носом в бразде. То есть вас, короче, там всех вальнули. Да, конечно, танки, бля, Абрамс ездят с теплаками, что делать вообще? Так, где мой труп? Это все равно, что ссать против ветра. Логично. Сука, вот тварь. Вот за мной едет. Гуглова появлюсь. Так, мы. Миссии там нет, да? Бля, координаты миссии кто-нибудь даст? А там недалеко от выезда от Нового Собора, если вверх ехать по карте на север. Там миссия была. А, ну, все. Вспомнил. Так, мне, короче. Сико ко мне. Косарь 800. Бегом бежать. Че, эти твари нас залутали, да? Меня нет, я свой лут вернул. А меня? У тебя, не знаю, не добежал я, меня танком опередил. Я ключ забрал, МВТР, сейчас заберу свой. Я предлагаю, короче, кость, блядь. Херу перкс, вилот, 2 минуты. Понятно, что ничего не понятно. Чё предлагаю? Предлагаю, короче, блядь, потихонечку зачищать миссии, не всовываясь. То есть если вот такая херня есть, сматываться лучше. Либо подкарауливать их. И, блядь, купить себе, сука, гранатомет. Сука, он взорвал это самолет. Да не, покупать это все взорву, все. Не, ну найти же мы гранатомет не найдем, правильно? Ну не знаю, вообще ничего не знаю, объявить. Один вариант, но покупать это, по-моему, он не вывезет. Они дорогие не будут. Несколько брифкейсов просто дорогие, зачастую недорогие снаряды, дорогие по 20 долбик, ну, промахиваться не на просто танк топазы стоит, а снаряд золото. Еще как знать, может сам админ, блядь, на них катается, на них там не, ну блядь, что знаешь, что админ нельзя, блядь, админ, ну админ свои правила. Нет, по гейме я четко установил, я же тебе говорю. Случай нарушения, всем спасибо, все свободны. Бан сервера и бан аккаунта. Сука. Сейчас вот не... Сейчас пожертвую собой, но я взлечу и разъебую. Постараюсь разъебать. Если я она... там что-то долбит, блядь. Если она полетит, блядь. Нет, танк хуящий. Да. Блять, вертушку нашел, но она, блядь, убитая. Была бы у меня сейчас 107-я, я бы, блядь, этот танк из этого чувства привел. Ну тут что за херня была, я не понял.
Вот то, что танки здесь есть, вот это что-то, по-моему, вообще перебор, блядь. Да не, нормально. Когда-то же наступит момент, когда и у нас танк будет, правильно? Угу. И потом же тебе это не будет казаться перебором. А, починил. Админ починил. Кого? Вертушку. Ага. Ну, может, он нахуй так и танки им чинит, хуянки. Угу. Мы будем дрочить. Так, Дима, где он? Вертолета. Понятия не имею. Ты не там, да? Я рядом. Ты же понимаешь, что я против теплака нулевый. Угу. На горе 500 метров, а... АЭС-ка. Да, не знаю, работа не скопить. Он, блин, тут стоит. А? Да. Слава. Где же взять? Где? Админ, ебал, я тебя в жопу нахуй, понял, сука, немецкая тварь ебучая. Я вообще твой говно, и ты говно, блядь. Нам заткнись, пидорас. О, ты чё, голосовой чат, чё там слышишь? Админ, я тебя, говорит, в жопу, говорит, ебал, блядь. Тут вообще мрак. Бан свой себе в очко засунь, понял, бля, гандон ебаный. Вы, блядь, сука, переведите, что я говорю сначала себе, блядь. И потом поймете, о чем я вам говорю, нахуй. А, вообще жжет, блядь. Админ, блядь, всех игроков сдает, ёпта, этим пидорасам, сука, нахуй, который на бетере. Пиздец полный. Вообще. Очко даже, ой, блядь, бомбануло у кого-то там. Не, ну я понимаю, он как бы сам вроде бы думает, что говорит, то есть, что его другие не понимают. Но он что думает, что его админ что ли слышит или что? Нахуя он одет сидит? Да что ему еще делать? Ну слушай, я цесну нашел. 5000, короче, мне до этого, блядь. Короче, сейчас все будет. Блядь. Походу ничего не будет. Дерево надо сбить. Одна техника. Шестерка, я его не собью.
чувака, ебать, там вообще бомбануло сильно. Да, вообще жить просто. Ну, он как бы понимает, что находится не на русском серваке, все равно что-то орёт. Зачем орать, если знает уже, что его никто так, не тихо, поймёт. Тихо, 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 подождите. Блять, я промахнулся, оказывается. Он вон катается, блядь. Вау, нифига себе! Чего? Ебануться. Мрак. Ты тоже по земле бежишь? Да. Этот, как его? Чувак, этот вирус, блядь, у которого бомбило, блядь, он об одном забыл, что на Абрамсе теплак стоит. Mm-hmm. И там не надо позиции сдавать, блядь. Он так и следит, блядь. Да я, не, ну слушай, даже дело не в теплаке, мне кажется. Там что-то, я не знаю, уже какая-то хуйня у них стоит, а дело. Потому что когда я сидел за деревом, ну я понимаю, что теплак, он палится, все это дело. Но когда за деревом, ну он не может его насквозь-то видеть. Нет, он не видит его насквозь, он видит эти. Если он... Я знаю, там же два варианта, белый и черный. Я знаю. О, парни, вы можете помочь? Мне тут пиздос полный. Я тут за камнем замышился. Да ты не замаешь, все равно убежит. Беги, на. Беги, Лова, беги. Беги. Хочу бежать. О. Вау. Корявые уроды. Блядь. И танк спизди у них, и все нормально будет. Да если бы я мог. Хрен, ни хрена себе. Камень выдерживает. Ебануться просто. Просто тут хаммер какой-то проехал. Видать, тоже игроки. О, и если они, естественно, не хапанут. Корявые тупые уроды. Джетс. Что-то говорит, самолеты у них там. О самолетах речь идет, слушайте. Угу. Сука, прям ко мне едет. Слушай, я от камеры уезжаю. К тебе кость приедет, сразу выбегай и прыгай. Да, блять. Какой нахуй тут выбегать? Тут бетер катается, танк, блядь, сзади катается. Костя же админ помог, кстати, вертолет починить. Угу. Так что, зря он гонит, блядь, на него. Золотую горку нашел, блядь. Разобрать ему кристаллы. Купить ему, блядь, РПГ. Ай. Как будто у нас самолеты, ребят. Что-нибудь я поюшаю с этими ублюдками. Админ полоза РПГ. Че-че? Ты можешь купить один? Че за дебильный вопрос, не понял? Бы в деньги купили. Так, скажите мне, где танк? Я не добегу. Блин, знаете, на кого не хватает? Вована, блядь, он мастер. Да. Че говоришь? Костян, скажи, где танк? Так, 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 так. Трейд, трейд, это вот это. 062-069. Где-то там они в ту сторону проехали. Там метр 600 надо, короче, повыше залетать, вырубать двигло.
чтобы не услышали. Хотя, в принципе, там не, на этом все, все увидят. На радаре. Нету танка, его нету. Где-то там и бетер, и танк. Если они меня раньше спалят, беда будет. В лесу что-то горит. Кажется, я тебя не туда направил. Да, не туда я тебя направил. Ты молодец вообще, красавчик. Чем меня боты собьют? Тут боты, миссия. Блядь, разворачивайся назад. Да фигово, метку не видать. Где именно? Говори, куда? Сейчас, подожди. Точно скажу. Нет, это не здесь. А, блядь, вот это же гора, ёбаный рот. Да. А, получается 0.64. Они заведенные стоят там. Три километра. Я где-то тоже здесь кукурузник белый видел. Сейчас попробую поугарать тоже с ними. Блять, они едут. Едут? Ага. Куда? Ну нет, они стоят. Остановились, просто катаются там. Вышли из машины, блять. Чё ж так вовремя? Должен там увидеть их. Вон они стоят, блядь, в лесу. Куда? Куда? Вижу. Я на повторный круг зайду. Угу. Я уже спалился, небось. Стопроцентно, блядь. Да пофиг. Чё поделать? Танк стоит. Бардака не вижу. Да чё за фрезы-то, а? Да не говори. У тебя тоже? Ну, бывает, что ему подфризивают. Сто десятка стреляет. Офиг, со 110-ка, у меня тут другая цель. Давай, сделай это красиво. На бетер, наверное, приземляешься. Лучше красавец, блядь. Лучше на танк, конечно. Да, лучше на танк. Ебать! Мимо, сука! Ёбаные фрезы, блядь, ёбу вашу мать. А ты вылазь быстро из самолета и прыгай к ним в бетер, блядь. Да он не вылазит, нажимаю вылезти, ёбаный шаг. Уже типы какие-то прибежали. Блядь, я не могу, не вижу я моих. Ну как вылезти-то, ёбу вашу мать? Выпрыгнуть, вылезти. Ну, нажимаю выйти, не выходит. Выкарабкаться. Там вариантов много. Попросить подвезти. Блять, кровь идет, вылезти не могу. Пробуй выпрыгнуть. Не выпрыгивай. Они бегают тут вокруг меня, что-то хотят. Сейчас я практически на месте помогу. Что? Я даже как-то перебинтовался в самолете, я вылезти оттуда не могу, они бегают вокруг меня, меня ищут. Один с АСК, другой сзади, с какой-то залупы бегает. Стреляют, сука, стреляют. Бегу. Стреляют по мне. Я сам не знаю даже где. Но я вроде в самолете, а где конкретно? У меня, похоже, в безопасности. Костян Мастян, координаты можешь дать точные, бетера? Блять, нет. 66-65. Я не могу сейчас именно. 66-65? Да.
Так, 66 65. Ага, принял тебя. Дую туда. Они бегают все еще? 400. Да-да-да, бегают. Сука, уезжают, тварь. Гандона задавили. Это 190, а не лавка. Разве? Нет, блин, лав это был. Т-90 это был. Ой, не, не Т-90, это БТР-90, ну. Красавец! Красавец! Блин, ну сюда самолет оставался. Кто работает? Я. Ну, ЖС-ку где-то подцепил. Да. Бля, обидно, что не попал вот это, пиздец, что за фризбит? АЭСки с типовком. Ну понятно хули, как он вычислял нас, блядь. Не админ пидорас вообще. Я подбегаю к этим координатам. Есть? У меня нету. А мне и сдохнуть не страшно, блядь. Отчаянный тип. А хули делать? 2 часа 6.65. Че, я поеду на водник из-за компании. Просто так постоять. Так, парень, парень, подождите. Он тут кругами крутится, блядь. Танк закрытый, да, у них. Они то убивают. Не, ну я подозревал, что я святой. Чтоб настолько. Вторая воздушная техника попадается. Вы все там же, да? Угу. Вот там. АЭСка же, по-моему, пробивает легкую бронетехнику. Да я вот тоже думаю об этом. Это вы про бетер, что ли? Угу. Нихуя себе легко. Слушайте, у меня мой этот бёрт хуёво его вертит. Так, тихо, давай режим молчания. Дим, если до меня доберешься, то у меня есть еще одна эска. Я бы знал, где ты, я бетер видел, он по дороге проехал. Да, вижу эту тварь. А танк у них, бля, битый нахуй. Они поэтому его бросили. Что, у него куся уебали, что ли? Я возле танка. Блядь, блядь. Ключ взял. От танка. Красавец! Я возле танка, возле самого. Как мне выпрямить технику в воздухе, чтобы ее не шатало? Это хрен знает. Блядь, да ебаная кровь. Костя, я слева от танка сижу.
Угу. У него все равно башня разбитая. Да, вижу, вижу. Вижу тебя. Ну, давай, открывайся, ёпты. Открыл. Красавец. Если что, на пулемет прыгай. Все печально. Есть, выпрямил. Есть, взорвался он. Все, ему конец. Кому? Пойдем. Танку конец. Ой, блядь. Он взорвался. Ага. А что с ним такое? Он это как его... Куда ты нахер летишь, придурок? О, еще одна воздушная техника нашел. Еще одного завалил. Красавец. Кость, вали-ка нахуй оттуда. Да, ухожу, ухожу. Танк мы взорвали, основную задачу мы выполнили, блядь. Бэтр еще цел. Да, блядь. Мы еще встретимся с ними, не переживай. Кости просто две АС-ки, блядь. Ага. С теплаками? Да. Блядь, одну проебал я. Да, одну проебал. Тем не менее, хоть одна есть. Я за этот пулемет взял вместо него. Ага. Ладно, я уже на Little Bird. На Little Bird к ним лечу. Бэтр там же? Да, Бэтр тут уже маленько, ближе к трейд зоне катается тут. Чё, Кость, куда лучше подойти? Подожди, у меня проблемки. К трейду. Принял. Трейди, что и стреляетесь. 4000 мне до трейда, понятно. Капец, на Little Bird, где чё, он весь кашляет, блин, сзади винт не крутится. Абзац. Чё, русские-то? Русские только так и играют. Какой-то парашютист высадился у вас, слушайте. Парашютист? Ага. Не, ну не у вас, а в 2 километрах. Ой, блядь, что-то и мягко колотит всего. Блин, ты красавец. А пиздец, я сам в ужасе. Вау, блядь, суки. Чё этот вертолёт закрутил опять? Ёп твою за ногу. Чё? Они пересели этот... пересел в этот, как его... На стрелка кто-то пересел. А-а-а. Ты жив? Да. Ставить. Ходи в трейд. Пытаюсь. Он меня объезжает таки. Такое ощущение, как будто они меня видят, блядь. Там башенный бетер. Да-да-да. Значит, видит, там теплак. Да, нифига не меня не видит. Я прям полметра рядом пробежал. А тебе надо было сесть с него и все. Да как я сяду-то в него? Они, блядь, на ходу едут ему. Я не могу, блин, запрыгнуть. Так капец, за что тебя шатает-то, а? 2 километра осталось доехать, и то, блин, долететь, то есть. Блять, у меня нету набора инструментов, чтобы, блядь, велик собрать и уехать отсюда. Надеюсь, пешком добегу. Аккуратненько только, Кость. Да, постараюсь. Я прям по полю бегу. Они уехали за горку туда, видать, вытать себя. А-а-а. Там же нет ничего, блядь. В смысле, как нету? Есть. Есть? Там в рюкзаке еще были там ДМРки, ММРки всякие. Один труп закопал, блин, с АС-кой. Но по-любому появится черепок этот. Блин, я уже минус 4600, гуманите. 4600 или минус? Минус 4600. Съебал этот Little Bird с вами, блять, этими. Геройские перки будут загружены через 1 минуту. Чё такое, хуй его знает? Это ты про что? Вон снизу написано. В армии? Ну, в армии, да. С
снизу написано только, что было, блядь. А бандитские будут? Не знаю. Ну у меня тут ублюдок бандитом был. Есть вот имена. Так, мне нужен БТР. Дима, ты не представляешь, я еще тем более всю эту гадость записываю, блядь. Красавец, сказал-то. Да я что-то чисто машинально. Ой, тьфу, блядь. Короче, как начал мы садиться в этот вертолет, начал записывать. Это что-то ни к чему. Так, вертушка слышать какую-то. Я летаю. Ты? Они, короче, в том лесу, там же где-то. Подо мной тут. Ой. Я нашел Урал. Целый. Все, пиздец мне, наверное. Кончился. Да и у меня его крутит, я не могу его ничего сделать. Они тут рядом прям. Ебаный ты в рот, сука, вертолет ебучий. Ганту. Да блять. Пишите админу, чтобы он мне починил. Ничего я не могу сделать. Так, ну я их не вижу. А я их видел, они подо мной прям были. Ага, свиней вижу. Капец, что с ним? Вот, ебаный, почини ты меня, блядь. Уже сайты несколько раз сделал в воздухе. Капец просто. Ад. Блядь, чё же так холодно, блядь. Пальцы, телевизор. Это они, конечно, лохи полные, блядь, если меня сбить не могут. Я просто в воздухе на одном месте кручусь. Сбивай, не хочу. В воздухе, ой, блять, на сироке тут ублюдок админ. На сироке, сука, видишь же, что да, блять. Я вижу тебя. Не оттрепет. Но их я не вижу. Меня видишь, да? Их не вижу, тебя вижу, да. Он все выпрямился вроде бы. Да их я видел зато. Ладно, попытка номер, не знаю какая. Расстреляет гандон. Все пиздец. Блять, не вижу я их. А хуй толку, гамон мне. Так бы хотя бы чем не помог бы. Ой, блять. А, вижу. Вертолет целый без бенза, сука. Ко мне едет ублюдок. Да, вижу, вижу. Шестьсот пятьдесят метров. Куда он поехал, дядь? Блять, ебаный рот. Куда он поехал, придурок? Где он? А, вижу. Его вертолет этот катается. Да-да, вижу. Няди его. Его пока что. А, и тебя вижу, сидишь. Пидорас ебаный. А это не он стреляет по мне, кстати, между прочим. Какой-то его ублюдок. Ай, гандон. Раз, блядь, ебаный пиндос, сука, мразь, ебаный. Просто не переживай, накажем. У нас есть Костя. Да, блядь. Борец с пиндосами, блядь. Бритва, жилет, знаете такую? Не попадете вы по мне. У меня Костя до трейда 1400. Угу. Я на Урале. Ясно. Я ухожу в трейд. О, бля. Ну я не знаю, я по колесам стреляю. Там, в принципе, с одного колеса должно снять его. Только патроны 110-е. Ой, 110-е, говорю. 107-й. Бля, должен снимать. Но я по колесам стреляю, а нифига ему. С
смысле, ты ему покажешь, смысле, что у него там автоподкачка стоит. Админовская. Все, я прыгну. Это причем-то админовская. Чего ты их пробьешь? Ой, блядь, вот это пиздец. На кол страстей. Тон, по какому-нибудь воднику попробуй стрелять, там тоже пиздец патронов выпустишь. По мне танк с пулемета стрелял по этим. По колесам, по воднику, еле как снял. Угу. Я почти на трейде, Костя. Да, слышите. У тебя никого нету оружия? Вообще пустой. А, нахуй. Блять. Сейчас Урал продам. ДМР-ку что ли? И давай тебе патроны возьму. А, вот, кстати, Урал продавай, да, и давай мне это деньги. Я сейчас это сейф куплю, хотя бы все, все жить можно будет. Я тут, ты где? А, возле этого. Вижу тебя. Так. Не открывается тут. На побросай. А сколько он продался? 10. Блять. Придется продать. 43. Надо ДМР-ку. Блять, одна обойма. Ой, стоять, это же мой скилл. Скин. Так, ну эту сейчас продам, сейф куплю, где-нибудь поставим, да, закроем его. Только фигово, что одна обойма. Можно купить, ходи, что этот патроны. Вообще просто не знаю, как так получилось у меня. Они пока отвлеклись на тебя, вдвоем там бегали мы в маскировочных костюмах, все такие, блин, при делах, мы с АЭСками. Пока это они меня тебе там... А? Да-да-да. Все дела, все, они там что-то бегали, светились возле этого беттера. Ну, короче, все там видно будет. Что еще объяснять? Чтоб тебя торговать. Я бы даже нихуя не снял, ты ж не сказал, блядь. Да я, знаешь, чисто просто начал, ну, так снимать. В принципе, можешь сейчас запускать. А что запускать? У меня даже оружия нету запускать. Дима, на вон золото пока купите патроны. Сейчас поеду, еще один попробую шанс использовать. Там еще один вертолет идет. Блядь, мне торговец не открывается. О, открылся наконец-то. Пидор пиндосовский, сука. Мразь. Сколько купить, Кость? Для себя сколько надо, покупай. Мне, в принципе, не надо. Мне чисто 249, если что, патроны. Ой, 240-е. Я пойду сейф ему за трейд-зону поставлю. Навеску туда положу. Блин, вообще в теплоке ему так хорошо видно все оказывается.
Так, я, ну, не знаю, все, я купил. Я не знаю, сколько они мне выпустили патронов, но они ни разу по мне не попали. Так, Кость, ну чё? Ты где? Я тебе золото хочу отдать остатки. Да. А это когда я на велике уебал, помнишь, туда еще на тело наехал на одно, прикинь? Да, сколько они по мне туда стреляют. Это что же пиздец? Что-то они вообще какие-то, не знаю, блядь. Деньги за трейдом? Есть, это, да. Да, я за трейдом возле дороги. В городе. Угу, в городе. По зомби смотрю, они за мной там чесарят, как не знаю кто. Ёбаный в рот! Давай ко мне, набор инструментов нету. Сейчас 5. Я вели как бросил, так и не собрал его. Так, ты где? Так, я в домике. В каком? Вот видишь, зомби бежит. Тело какое-то в воздухе летит. Ты на дороге? Почти. Давай, вот возле самолета разбитого я. Налево беги. По дороге. К колхозу, что ли? Да. Возле за колхоза, ага. Вижу тебя. Интересно, здесь есть такая хуйня, как стартовые пакеты? В смысле? Ну, то есть, когда изначально, когда появляешься, у некоторых людей есть такие, типа, шмотки всякие. Вот у нас на Virus X были. Замочишь этих уродов? Вирус. У меня один патрон. Virus X. Ну? Что ты... А, я знаю, я играл на этом сервере. Да, я в курсе. Да? Чё, мочить их? Мочить... Нет, стой. Кинь этот набор инструментов. Да, блядь, ты упали. Идите нахрен, блядь, задрали за меня. Дай, не пройду. Блять, во время боя. Все? Все, не стреляй. Да, блять, еще один бежит. Пусть там постоит, отдохнет. Сейчас у меня бой отойдет, сейф поставим и а-ля улю. А не, даже если бы у нас РПГ было, хуй бы мы ему сделали, только максимум колеса бы сбили и все. Да и то, они бы все выпрыгивали там, стреляли бы их. Да нахуя выпрыгивать, я говорю, мы только им колеса бы забили с РПГ, что вот если бы Джуин какой-нибудь, то да. Ну это уже совсем роскошь. Не, ну хотя, в принципе, в зависимости от снаряда, там же есть всякие кумулятивные, хуитивные, там же нахуя по идее. Тандемные есть, блядь. Ну, тандемные. Знаешь, как долбят, блядь. Да я знаю, мы в этом редакторе пробовали. Блять, он идет, Костя. Сейчас, подожди. Все. Нет, хотя нет, был там назад. Какой-то снаряд, который сразу танки уничтожал. Тандемный. Вот, может быть. Двойной. Да. Я на арме, блядь, этими тандемными снарядами. Знаешь, сколько танков сжег? Тогда помню, бочину ёбся, готов, на. Загорелся, блядь. Швабром, шоу-риор, вся хуйня. Че, пойдем дальше их пинать там или нет? Да, конечно. Пойдем. Чего задумали? Уродов пинать дальше. Ебать, тут им ковер из трупов. Бля, я старался. Один выстрел, один труп, блядь. Семь игроков стало сразу же. Это 3-4, да, на левых.
БКР-90 ОМГ. Че, они повыходили там все? Так, там где-то велики, кстати, где на горке были. Ой, иди нахуй, все равно понимаешь, что там. Че, Беттер стоит там? Или что там, ОМГ-то там стал? Дай бы пидорасы, блядь, на Беттере пересекают, начал ебать что-то чади. Типа там на самолетах что-то там, я не знаю. Костя, ты где? А, правее тебя. А, вижу. Я просто сейчас, блядь, с трейд-зоны прибежал, с трудом ориентируюсь, где, блядь, этот Беттер стоит. Угу. Ох, у них еще эти, блин, с типовками. Дальнометры. Да ну. Да. Такие есть? Есть. Что я впервые слышу. А, ничего? Нет, нифига, они только с это. А что за бред? Они сначала сейчас было с это, как его? А, так это есть баг такой, да. Бля, обидно. Обидно, он переключается только с ПНВ на дальнометр. Ну, ПНВ, дальнометр и это. Простой. Чё, куда? Пошли, он тут мыс, на мыс он тут. О, всё, рестарт. Течение, пидор, ёбаный, ну чё, не может и перемещение делать, что ли? Да. Шаг, блядь. Спасибо, подписываемся, всем пока-пока.